Здравствуйте. Сегодня мы очень рады сажать деревья в университете Манас. Это проект, который Coca-Cola поддержала наряду с некоторыми другими компаниями. Мы за озеленение города, конечно же, чтобы Бишкек стал еще более красивым, чтобы жители окрестных районов могли гулять среди зелени, наслаждаться этим парком. Нам очень понравился подход университета. Они предложили сделать капельное орошение. Это очень важно для устойчивости деревьев, для того, чтобы они постоянно подпитывались водой и росли. А также это помогает сохранять водные ресурсы, что является одним из основных направлений и приоритетов в стратегии устойчивого развития компании Coca-Cola.